вечер, уважаемые телезрители. Приглашаю вас в Санкт-Петербург для Локомотива Ярославского и Московского Динамо. 2 очка. Причем вот этот матч, который сейчас армейцы уже начали. 3-2 гостевая победа над Витязем. Последний матч также 3-2 победа. Ковальчук на Тарасенко. Тарасенко. Вот у него получилось и обыграть, и бросок. Что там, перекладина, по-моему, спасает ворота. Смотрим, как здорово Владимир Тарасенко играл. Бросает, попадает в штамп. Ну, сказал Игорь Матушкин. Так, посмотрим, что мичане представят нам в своем первом большинстве. В большинстве чуть получше желать, чем в большинстве. Но на самом деле... Ой, Мортенсен! Бросок! Да нет, я сказал, чуть получше. Да нет, примерно то же самое. Я не раз говорил, что игра в неравных составах – это одна из серьезных проблем. Ну, вот Мортенсен, да, объезжает Мёрфи. Ну, низкого, да, низкого, скажем, и построение. Чудинов, потеря в средней зоне. Бросок! Еще один! Внешней стороны ворот. Ну вот Джо Павелски. Вот у него. По среднюю зону. Далеко выкатывается Илья Ежов. Пряев. Прострел. Гол. 1-0. Владимир Тарасенко открывает счет. Ну, наверное, не стоит говорить о том, что СКА подловили на своих соперников на Или. Очень быстро шайба была достана Ивану Непряеву. Тот по правому флангу катился, сделал передачу, а тут один Тарасенко. Никто не успел ему помешать, накрыть его. И Владимир Тарасенко открывает счет в сегодняшнем матче, забрасывая свой 11-й гол в нынешнем сезоне. 24-е набранное очко. Таким образом, вот лучших снайперов сейчас УСКА. Троевласье, Мортенсен, Ковальчук и теперь вот Тарасенко после этого гола у 11 заброшенных шайб. Еще один момент и 2-0 тут же Мортенсен. Ну вот, да, предполагалось, что Милош Ржига доволен, аплодирует. 2-0. Тарасенко никто не помешал. С Калининым отыгрался Мортенсен. Вообще в этом периоде на данный момент только 4 броска в створ ворот. Или Ежов. Аурины, работы. Снимаю шляпу. Согласен. Вот Мортенсен против Кита. Ну, давайте понаблюдаем. Высочайший процесс у Процент у Мортенсена, и вновь он выигрывает вбрасывание. Торресен, бросок. Последняя минута. Ну вот, смотрите, в четвером сейчас мячане идут в атаку. Лингле, Лингле, здорово! Красиво! Да. Далман не смог помешать, здорово очень шайбу корпусом укрыл. В третьем периоде пока наблюдаем мы что-то наподобие шоу одного игрока, Илья Ежов. Но вот зря, наверное, я это сказал, пропустил Илья Ежов. Игорь, повтор. Каралахти, для Каралахти, ну, во-первых, это второе набранное сегодня очко, да? Помню, что ассистировал он Чарльзу Лингле в конце второго периода, когда первый шайбу отыграл. А, Триевский доволен. Ну, я говорил о том, что нет. Выглядывал там, ну кто, кто поможет. А что такое крутый хоккей, знаете ли? Мортенсен. Мортенсен и... Блин, неприятный рикошет, чтобы в сторону Пекарина покатилась.
Пивка. С огромным трудом Илья Ежов справляется. Завершает встречу, не выигрывая, стучащий или проигрывая. Передача, опасно, бросок! Не долетает шайба до Пекарина. Еще один бросок, гол! Действительно, именно эта тенденция сохраняется. СКА выигрывает. Забрасывает шайбу в овертайме. Два очка. Патрик Торресен. 41-й. Шайбу забросил Юрий Александров. Юрий Александров забрасывает свой второй. Оформляет свой второй гол в нынешнем сезоне. Седьмой набранный очко. 3-2. Победа. Армейцев.